что мне? Нельзя? Сука, приезжают, бляху, все забирают. Все-то, конечно, нам тоже надо ставить. Грибы-то нет, где-то должны все-то расти. Не надо, конечно, нам тоже надо ставить. Ну, частично подрядить-то нам, конечно, можно было бы. Тоже наши участки. Тоже, да, уже большие стрики берез наросли. Посмотри, по нашей территории. Этот лужок ты имел в виду? Да. Че, пойдем? Берлога какая-то. Медвежья, да? Буреломы, ну. Не пойдем? Или с бензопилой, да? Медведя распилил сразу же. На эти. На стейки. Нафигачил. И жарь медвежатинку. Это вот мы заготавливали. Для того, чтобы строить дом по технологии глина чурка. Здесь все аккуратненько скидывали. Будем в этом году строить дом. У меня приезжали друзья, с которыми я работаю. И вот мы вчетвером все это дело пилили, сучки обрубали, вытаскивали к дороге. Ну, пока лежат, сохнут. Пока не на чем вести. К сожалению, нет техники. Нет своего трактора, который нам прямо так необходим. Камушек. Да, валунок. Неплохой валунок такой. Ну и заодно немножко прорядили лес, чтобы удобнее было собирать грибочки и ягодки. Здесь у нас тоже заготовочки лежат. Ну и туда дальше, вверх. Конечно, местами густо засаженный лес. Но, тем не менее, даже в этом густо засаженном лесу, я думаю, что с края можно что-то повыбирать. Ух ты! На 10 минут еще съемки осталось. Батарея? Ага. Батарея. Так, выключить, наверное, пока тут густотища немножко идет.